Ильгерки бүрестен заманда торайгыр деген болган екен. В давно прошедшие времена был, говорят, такой гнедой скакун Турайгыр. Однажды угнали Турайгыра на южный, на тот противоположный берег. Не бывает человека без своего народа. Не бывает коня без своей земли. По зову родной земли Турайгыр вошел прямо в озеро и переплыл его. Вот эту гору, у которой он выплыл, так и называют Турайгыр. Там и похоронен гнедой скакун. Вот и все, что я слышала. Хотите верьте, хотите нет. Через несколько минут с этого пирса будет дан старт марафонскому заплыву через Иссык-Куль. Много лет готовился к этому дню наш земляк, мастер спорта СССР Ахмед Анарбаев. Пловец должен пересечь озеро в самом широком его месте. По предварительным расчетам, переплыв займет одни сутки. Поэтому спортсмен стартует вечером, чтобы к вечеру следующего дня достичь цели. На северном берегу, в Чолпан-Ате, уже готовится торжественная встреча. Ахмед Анарбаев пришел в плавание сравнительно поздно, в 13 лет. Через 3 года он станет членом юношеской сборной и установит свой первый республиканский рекорд на 200-метровке. Еще через 2 года он оденет форму с 4 заветными буквами СССР. После Всемирной универсиады в Турине спортивные журналисты нарекут студента Анарбаева «Серебряным Ахмедом». Почему мы начали снимать эту картину? Потому что рядом был человек удивительный, на мой взгляд. Было много у меня героев, героев моих фильмов, но среди них мало тех, которые каждый день продолжают в тебе как-то жить. Вот, скорее всего, к этим героям относится и Ахмед. Это было нечто большее, чем просто переплывет из Иссык-Куль или не переплывет из Иссык-Куль. В 1968 году Ахмед завоевывает право в составе главной команды страны выступать на Олимпийских играх в Мехико. Ну, уже непосредственно на Олимпиаде руководство сборной решило выставить Семена Белизгеймана. Опытный спортсмен, в то время рекордсмен мира на дистанции 800 метров в вольном стиле. Символическое участие в Мексиканской Олимпиаде все же явилось мощным стимулом для роста молодого, талантливого спортсмена. Через год Ахмед Анарбаев устанавливает рекорд Европы и 2 поднимается на высшую ступень пьедестала почета европейского чемпионата. Все его надежды и помыслы были устремлены теперь к Олимпийскому Мюнхену.
На пятой спартакиаде сборную команду республики по плаванию представлял один спортсмен, чемпион и рекордсмен Европы, член сборной команды страны, мастер спорта СССР Ахмед Анарбаев. Спартакиаде народу, конечно, у меня был провал большой. Ну, результат то, что мне планировался, и то, что я действительно показал на самом деле. Особенно на 200 метров. Причем 150 метров я примерно, ну, может быть, чуть хуже графика шел. А последние 50 метров, несмотря на то, что я вот все эти годы, у меня наоборот, последние 50 метров, я показывал достаточно высокую скорость. За счет этого и, в принципе, выиграл многие старты. Ну, это, как говорится, конек мой. И вдруг, вот на спартакиаде народов, я именно последние 50 метров вообще не мог плыть. Сделал поворот, ноги вялые. В общем, очень плохо. Во Фрунзе вдруг выясняется, что меня отчисляют из института. Значит, ну для меня совершенно ясно, что это связано с тем, что я плохо выступил на спартакиаде. Руководство института ссылалось на то, что ожидалась какая-то комиссия из Москвы, и они вынуждены меня были отчислить. Хотя для членов сборной команды СССР и тогда существовал, ну, какие-то исключения из правил. Но тем не менее, в общем, я был поставлен уже перед фактом. Я был отчислен из института и призван на действительно военную службу. Ну, если я не попадаю... То есть, если мне руководство не видит перспективы выступления на всесоюзных соревнованиях, то автоматически, конечно, я лишаюсь права выступать за сборную команду республики. Да, но практически, допустим, для меня это уже все, конец, как говорится, моей спортивной карьеры. Мечта как раз и возникла после того, когда я прекратил активные занятия спортом. Ну, плавание, ну, плавание для меня все. Я не могу просто так ничем не заниматься, допустим, или там ходить только на работу, допустим. Меня постоянно тянет плавать. Люблю я плавать, просто в воде находиться. Вечером, значит, мне надо было всю ночь плыть и на следующий день идти. Стартовал в 8 часов вечера, и в это время, оказывается, передали штормовое предупреждение. А наш радист из рубки вышел как раз посмотреть, как дается старт, и не принял сообщение.
Шторм выявил все недостатки в подготовке и организации переплыва. Глубокой ночью пловец был потерян группой сопровождения. Вот в этом круговороте, в этой суматохе ночи, когда, в общем-то, никто ничто не может предпринять, нету лодок легких, на которых мы могли бы его найти, отказал прожектор, нету освещения, за исключением отдельных ракет, которые находились на теплоходе. Я считаю, что Ахмед остался просто благодаря чистой случайности жив. Мы его нашли, буквально шаря в этой воде руками. Совершенно случайно наткнулись на него. Поэтому мы его и подобрали. А так бы мы могли бы его и не найти. Хронометры судейской бригады были остановлены через 5 часов 37 минут после старта. Пройдено 17 километров 600 метров. Впечатление после проплыва, страшно вспоминать даже все это, связано с болезненными ощущениями, с переохлаждением, в общем. Эмоций там таких положительных практически не было. Это, ну, страшная работа, конечно, 40 часов в холодной воде. Сегодня здесь, на киргизской земле, на этом чудном озере, мы первые в стране приветствуем участников и гостей первых всесоюзных соревнований по марафонскому плаванию в холодной воде. Представители клубов закаливания и... Вопрос ставило руководство вот этого всесоюзного клуба закаливания о том, что вот по итогам этих соревнований будет скомплектована группа, которая будет готовиться для переплыва Берингового пролива. Но эта группа будет достаточно большая, то есть они... вопрос идет, стоит так, что групповой переплыв. Ну так, как говорится, по нашим масштабам, по советским. Обязательно это что-то должно быть. Да, конечно, я так считаю, что это, конечно, полная утопия такого. То, что совершила Лин Кокс, и может совершить там... Я не говорю, что это вообще невозможно. Но говорят о том, что это 20 человек, допустим, переплывут Берингов пролив, а так сейчас группой прыгнули и поплыли, это, конечно, невозможно это просто. Потому что то, что она сделала, это вообще... Это совершенно уникальный человек. Мы не можем говорить о том, что найдется там группа людей, которые вот то же самое сделают. Такие люди — это единицы. Их можно по пальцам пересчитать буквально. Вы прошли колоссальную школу, конечно, по плаванию все понятно, вам преодолевать. И температура воды, вот данная здесь, все, мне кажется, к вам по результату никто не приблизится, что вы сейчас показали на 4 километра. Но интересы разные. Мы же говорим о том, что как можно больше людей привлечь к этим занятиям, правильно? Используя естественные факторы природы. А что мы сейчас, ну хорошо, мы сейчас поедем на Байкале, будем проводить соревнования. 15 человек, будет плыть километр. Это что надо? Это опять рекордсменские уклоны какие-то. Так вот, надо определиться, чем мы будем заниматься. Или мы на секунду традиционно сделаем при данной температуре, и мы начнем Байкалом увлекаться там или Берингом проливом, где будет единицы участвовать, правильно? Мы будем всеми силами в Москве, из Москвы пойдем, чтобы региональный клуб Киргизии, вот который сейчас возникает со всем многообразием направлений, начиная с сервиса организации, возрастные группы, контингенты людей, вплоть до инвалидов. Пожалуйста, организовывайте вот этот регион, чтобы окреп, и у него будут учиться другие регионы. Ахмед сейчас не работает нигде. Ну, по всей вероятности,
Нет работы той, которая бы, наверное, удовлетворяла его полностью интересы. Может быть, так. Ну, сейчас я вот не вижу. Я поэтому и стремлюсь как-то найти какой-то выход, чтобы вот это в жизни своей реализовать. Хотя, несмотря на то, что я, казалось бы, был там и работал в системе госкомспорта, руководящей организации спортивной. Но не вижу перспективы, что что-то изменится. То есть меня, в принципе, так не волнует ни какой-то, допустим, престижной должности. Мечта не только моя, а вообще моих товарищей многих, что, ну так, может быть, громко сказано, но так, остаток жизни всем вместе провести. В одном месте и заняты одним интересным делом, которое нас бы объединило всех. Пока в нашем понимании единственная, ну, сфера деятельности, где бы мы могли вот так объединиться, это и есть кооперативы. То есть там, где мы бы сами решали, что нам делать, чем заняться. Ну, это единственная эта цель вот у нас какая? Физкультурно-оздоровительный центр создать. К сожалению, таких отрицательных моментов больше у нас. Гораздо больше. Несмотря на то, что мы говорим, что у нас страна огромных возможностей, спортсмен, когда он выступает, показывает какие-то результаты, значит, мы его носим на руках. Как только он уходит из большого спорта, он совершенно никому не нужен.